Концерт «Осенина», который мы посвящаем 195-летию со дня рождения Льва Николаевича Толстого. Концерт проходит в рамках фольклорного фестиваля «Вечер воля», который идет круглогодично у нас. И сегодня перед вами будут выступать два замечательных фольклорных коллектива «Рада» и «Печки-лавочки». Руководители коллективов расскажут несколько слов об ансамблях, о том, чем они занимаются, какой областью. И я приглашаю на сцену Татьяну Юрьевну Максимову и руководителя ансамбля «Рада». Здравствуйте. На самом деле у нас два руководителя. Один просто не доехал, потому что повышение квалификации находится. Вот. Сейчас перед вами выступит фольклорный ансамбль «Рада». Мы привезли частично среднюю группу и частично старшую. Вот. Старшие уже некоторые в училище учатся, ну, ради сегодняшнего мероприятия позвали. Сейчас перед вами выступит средняя группа. В средней и старшей группе они исполняют Рязанскую область. Мы с ребятами стараемся ездить в экспедиции в Рязань. Побывали во многих селах. И вот сейчас ребята вам споют. Так, средняя группа, настраиваемся, пожалуйста. Сейчас ребята исполнят духовный стих, как по морюшку. После этого чуть-чуть туда. После этого ребята исполнят свадебную песню села Секирина Скопинского района «Чарочка», «Сармача» Рязанской области и Елецкого, тоже село Поляны Рязанской области.